Праздничное настроение царит в Гродно уже неделю. Ежедневно город-юбиляр принимает подарки, которые не только дополняют атмосферу торжества, но и останутся на память о круглой дате. Колоритная фотозона появилась вблизи Гродненского драмтеатра. Площадь Советскую украсила аутентичная инсталляция «Глобус», на которой отмечены все города-побратимы Гродно. Кроме этого, теперь по всему историческому центру расположились урны-джентльмены. Они благодарят гродненцев и гостей города за чистоту сразу на 5 языках – русском, польском, белорусском, английском и китайском. Такие, пусть и небольшие, но очень приятные подарки сегодня были дополнены открытиями новых социально-культурных объектов. А вот начался этот насыщенный событиями день с торжественной церемонии. Руководство города, ветераны и представители общественных организаций возложили цветы к памятнику погибшим воинам в парке имени Жилибера. Мы отдали дань павшим в боях за освобождение города Гродно, тем, кто защищал этот город. А его защищали много веков, в разные времена, разные люди, в разных войнах. Здесь много было бед, много горя. Ну вот, последняя война принесла наибольший урон, нанесла нашей земле. Именно поэтому и существует трогательная традиция начинать все праздничные мероприятия на памятном для каждого гродненца месте.